Это бронированная дверь, вставка. И вот это бронированное стекло, толщина. Солидно. Короче, обнаглел в хлам, запарковался прямо перед дверями. Прямо на там, где люди ходят. А что делать? Сейчас уборки везде, стройки, парковаться негде. Приходится здесь парковаться. Опа-на! Приехали. Опа-на! Что внутри фары Audi? LED-шки. Это мыло. Дождь. Мыло. Намыленный дождь. Мыло и дождь, и машина чистая, не вытирая. Девочки пошли в ЗАГС, мы ждем Манхэттен. Да, вот же он, мировой торговый центр. Здесь. Земли вообще, вот если земля есть, то это посыпано камушками, чтобы не разносилось. Везде чистота. Ну, я имею в виду. Болота нету, грязи нету. Все машины чистые. Всяких баночек делают тут статуи. Там туна, соя, статуэтки. Алан, ну что ты такой недовольный? Идем вниз. Это типа машина с водителем. Белый водитель, остальное машина. Так много, оказывается, он еще там темы. Да, Mercedes-Benz of Manhattan. Два этажа Mercedes. Красота. Везде Mercedes. Самая дешевая вывеска. Тут прожектор, а тут отражение. Манхэттен, 5-я авеню. Магазин Microsoft. Кауч. О! А ты куда? Ломимся как ненормально, у нас самый быстрый ряд. Но все равно мы едем.